точки силы. То, что вы постоянно отдаете вашему телу посредством своих убеждений и сильных чувств, затем проявляется в нем. Каждое ваше чувство проникает во все клетки и все органы вашего тела и наполняет их. Вы правитель государства своего тела. Ваши клетки – ваши самые верные и преданные слуги. Они служат вам, не подвергая сомнению ни одно ваше слово. Поэтому любая ваша мысль, любое ваше чувство становится законом для вашего тела. Когда вы посылаете негативные мысли и чувства по поводу того, чего вы не хотите, сила здоровья в ваших клетках уменьшается. Но когда вы полны любви ко всему, к солнечному дню, новому дому, другу или повышению по службе, ваше тело в полной мере получает силу здоровья. Благодарность – великая умножительница. Поэтому каждый день говорите спасибо за свое здоровье. Говорите спасибо за то, что вы любите в своем теле, и не обращайте внимания на те особенности, которые вас не радуют. Для улучшения здоровья вам всего лишь надо более 50% от времени суток посылать в мир любовь. 51% – уже поворотный момент от болезни к здоровью. Если вы чем-то больны, изо всех сил старайтесь, чтобы ваши слова и мысли не были наполнены этой болезнью. Вместо этого отправляйте любовь своему здоровью. Воображайте, что вы уже здоровы. Ощущайте себя здоровым. Посылайте любовь идеальному весу, идеальной фигуре, абсолютному здоровью того или иного органа. Представляйте, что это у вас уже есть, и будьте предельно благодарны за все, что имеете. Если вы верите, что старение и дряхление неизбежны, вы транслируете эти убеждения в мир, и закон притяжения возвращает их вам, обеспечивая старость и дряхлость. Прекратите чувствовать возраст. Почувствуйте себя молодыми. Ваши чувства любви и благодарности неузнаваемо изменят ваше тело и сделают его таким, каким вы хотите его видеть.